Привет, друзья мои. Спасибо подписчикам, что смотрите, делаете свои комментарии. Иду к бусу. Хочу сегодня порешать вопрос с поворотами, потому что даже мне вот люди пишут на ютубе, что Андрей, у тебя там поворотник не работает. Залипают реле. Залипают реле. Сейчас буду демонтировать этот блок. Сама беда в том, что он на вот этой вот приборной консоли расположен. Не знаю я, как снимать, но буду пробовать. Другого пути нет. Не работает левый борт. Правый все нормально мигает по правому. А слева никак. Придется демонтировать вот эту всю рамку. И вот здесь вот за этими кнопками там стоит несколько реле, которые отвечают за работу указателей поворота. Ну вот у меня ситуация такая, что включаешь аварийку, правый борт работает, левый борт нет. Ну вот он ведь иногда пробивает. Еду, дискомфорт, конечно, колоссальный, потому что машина большая, и хочется, чтобы тоже участники движения понимали, куда ты едешь. Значит, где стоят болты крепления? Два здесь. Затем два стоят вот здесь, в районе пепельницы. И два стоят вот здесь внизу. Эта панель тогда вот так начинает отклоняться. Но вижу я, что, наверное, либо здесь вот еще винты, либо здесь какие-то защелки. Правильно или нет? Мне кажется, что надо вынести магнитолу, посмотрю там, что там за ней. Так, дальше дело обстоит вот так. Вынимаем вот эту рамку. Выняли. И, видите, вот здесь открывается уже доступ к еще к винтам, которые и верхнюю крепят часть, и после снятия откроют часть к нижней. Получили доступ вот к этим винтам вот здесь. Ну и вот получается, что как только это отсоединили, вот оно все. Вот оно все и повисает. Вот этот блок якобы утверждает, что там реле стоит. Сейчас открою, покажу вам. Вот так этот выглядит блок с другой стороны. Сейчас поднимем эту крышку, посмотрим, что там есть. Вроде бы реле стоят вот под этой крышкой. Далее на блоке выкручиваем вот эти маленькие шурупы. И получаем доступ уже вот к блоку в таком виде. Предположительно, это вот эти вот реле. Верхняя щелкает. Поехал вчера на фирму за таким реле. Вроде в интернете висит у них, что есть. По факту оказалось, что ни хрена нет. Ну и идея моя была уже последняя зацепиться, как что поменять с какой-то функцией эти реле. Вот, и, ну, как говорится, мне было бы счастье, да и счастье помогло. Оказалось, что выпаял я не то реле. Вот, это не реле оказалось левого поворота, а реле включения света в грузовом отсеке. Ну, может быть, оно и так и должно было быть. То есть я их сейчас просто поменяю местами, и свет в грузовом отсеке, так сказать, у меня не будет света этого.
А затем уже поставлю, куплю реле, закажу и заменю. Значит, смотрите, вот это на сайте microp.ru, вот это расположение этих компонентов. Вот левого поворота, а вот реле включения света в грузовом отсеке я выпаял вот это. Ну, я их сейчас просто местами поменяю. Потому что хотел вот это реле выпаивать против туманных фонарей задних, но его же как обычно проверяют на техосмотре, то есть тут задний фонарь, вот он, видите, он здесь. На техосмотре попросит потом включить, а у тебя не работает. Вот такие дела у меня. Ну что, вот запаял этот блок реле с тем неправильным реле, который я ошибочно выпаял. Ну, попробуем сейчас, что как, даже не буду пока закрывать, так и поставлю в таком виде. Посмотрим, заработают ли поворотники. Ну, должны заработать, другого пути нет. Вроде как бы именно дело в реле. Сейчас поставим, посмотрим. Вот так и в заказе иногда бывает. Выпаял не то реле, куда ехать не надо. Все, всем удачи. Ну что, все заработало. Собираем в обратной последовательности. Кожух я уже закрыл. Все, сейчас зажимаем винты и устанавливаем на панель.